Вместе со знатоками из России к нам пожаловал и известный дизайнер Игорь Чепурин. Кутюрье, вкусу которого доверяют первые леди, стал хедлайнером казахстанской недели моды. Говорят, показ был просто невероятным. Причем, как он сказал, это был эдакий реверанс в сторону его здешних поклонниц. Игорь Чепурин – культовая личность в фэшн-индустрии. Он стал первым дизайнером из России, который официально представил свою коллекцию Прет-а-Порте на неделе моды в Париже. Чепурин одевает первых леди и знаменитостей, создает наряды для мисс мира и театральных постановок, потому его приезд на КФВ стал настоящей сенсацией. С командой, которая организовывает это мероприятие, я знаком очень много лет. Когда-то с ними я делал здесь показы от кутюр, то мы решили здесь показать нашу любимую коллекцию на нынешний момент. Она очень сложна по крою, она очень сложна по комбинациям, и мы ей реально гордимся. Модельер представил коллекцию «Осень-зима 2017-18», которую назвал «Варвары». К слову, уже в эту пятницу в Москве Чепурин покажет новую весенне-летнюю линейку. Она будет рассказывать о поколение 2000-х. Мы начинаем тихонечко, как бренд, готовиться к анализу второго десятилетия. У нас будет очень много сложных пастельных лимонных оттенков, дико активный пинк, и все это будет комбинироваться через 101 оттенок черного. Несмотря на то, что Игорь Чепурин работает в сегменте люкс, он частенько сотрудничает с брендами из масс-маркета. Месяц назад кутюрье представил уже третью коллаборацию. Для нас это возможность общения с вообще новыми людьми. Это дает большой простор людям соприкасаться с нашим видением моды. Здесь дело не в ценах даже. Я не могу сказать, что мне не любопытно сделать что-то в коллаборации с каким-нибудь брендом из Казахстана. Казахстан для меня является той зоной обаяния, в которой я не боюсь ничего. Правда, отдельных казахстанских дизайнеров выделять не стал. Чепурин также отметил, что общение со средним потребителем ему удается при создании пре-коллекций. Там ценник тоже достаточно доступный.